президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку 110-35 10-киловольтной новой подстанции открытого акционерного общества «Азаришек» и главного центра цифрового управления сетями. Председатель открытого акционерного общества «Азаришек» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства об условиях, созданных на новой подстанции и в центре управления. Было отмечено, что новая подстанция, возведенная вблизи площади Физули на территории Ясамальского района столицы, построена для удовлетворения стремительно растущего спроса города Баку на электроэнергию, обеспечения надежности и устойчивости энергоснабжения. Кроме того, подстанция также предназначена для распределения в перспективе нагрузок и передачи электроэнергии между 220 киловольтными подстанциями Мюшвик и Хырдалан с целью обеспечения надежности и устойчивости электроснабжения города. Соединение подстанции, которая является составной частью новой 110-киловольтной кольцевой сети, будет осуществляться через подстанции Ясамал-1, Тезебазар, Зафер и Дагылык. Подстанции Ясамал-1 и Дагылык являются действующими, а Тезебазар и Зафер будут построены. Подстанция оснащена современным элегазовым оборудованием, электронными устройствами, релейной защиты и автоматическими устройствами.